явно шоел בחינוך, Леор явно спрашивает, в воспитании есть некое управление, власть. Как же это можно делать с нашей помощью? Никто не желает ничего изменять. Желание стремиться к покою, к наполнению, к покою. Но как тебя вытаскивают из дома, из теплой постели, рано утром или ночью? Ты должен выйти на холодный воздух, ты должен одеться и бежать по дождю и по снегу на место работы, и там к своему станку или к столу, и выполнять там какую-то работу. И тебе это все так не хочется. Тебя студит внутри от того, что тебе так это не хочется, и все равно ты делаешь, выполняешь против всего. Почему? Ты должен, обязан. Ты это понимаешь или нет? Понимаешь. Так почему ты не можешь себе представить, что таким же образом и массам придется делать? Ведь они придут вместо рабочего места, придут к интегральному обучению, к интегральному воспитанию, поневоле, иначе им не на что будет существовать.